Бардзес об учителе, ученике, народной любви, а также о тех, на кого представители мещанства привыкли смотреть сверху вниз. Коржавин Наум Моисеевич. Сначала не в одной груди желания мстить еще бурлили, но прозревали навреди, и, образумившись, не мстили. Летели кони, будто вихрь, в копыта нам цокоте надейся, то о красавицах своих мечтали пьяные гвардейцы. Все как обычно, но в тиши прадедовского кабинета ломаются карандаши у сумасшедшего корнета. Он очумел, он морщит лоб, шепча слова, а трактом псковским уносят кони черный гроб навеки спрятать в Святогорском. Пусть неусыпный бабкин глаз следит за офицером пылким, стихи загонят на Кавказ, и это будет мягкой ссылкой. А прочих жизнь манит, зовет, балы, шампанское, пирушки, и наплевать, что не живет, как жил вчера на мойке Пушкин. И будто не был он убит, скакали пьяные гвардейцы, и в частом цокоте копыт им также слышалось «надейся». И лишь в далеких рудниках при этой вести, бросив дело, рванулись руки и слегка кандальным звоном зазвенело. Шнур Калюцин.